Новость для тех, кто пока не в курсе. С недавних пор в магазинах Барнаула появились вот такие объявления. С 1 июля продажа сигарет, которые стоят ниже 108 рублей, будет запрещена на основании федерального закона об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма. Новое правило будет действовать пока в качестве эксперимента до 31 декабря этого года. И вообще не исключено, что далее его продлят, ведь Россия по-прежнему остается одной из самых курящих стран в мире. Среди жителей России 34 миллиона курильщиков. Что важнее, здоровье самое основное, да, или вот так называемое удовольствие от потребления табака. Поэтому необходимо заниматься вот именно профилактикой. Одна из мер по снижению потребления табака – это является увеличение стоимости. Смысл простой. Чем дороже стоят сигареты, тем меньше их покупают. Еще одна цель – борьба с нелегальной продукцией. По словам экспертов, в среднем пачка сигарет в этом году подорожает со 120 до 140 рублей. Это связано и с ростом акцизов. Поэтому автоматически сигареты дешевле 108 рублей можно будет считать нелегальной продукцией. По мнению депутатов, некоторые меры уже повлияли на снижение числа курящих в России. Например, закрытые витрины с сигаретами, запрет курения в определенных местах. Да и даже то, что во время моего включения вы ни разу не увидели демонстрацию курения, сигаретный дым, потому что мы просто не можем это показывать. И хотя, по мнению экспертов, цена за одну упаковку сигарет в России остается одной из самых низких в мире, все же постепенный рост цены может отбить желание подымить.